Доброе утро. Здравствуйте. Вчера мы отметили официальный праздник – День российского флага. А ведь у нашей игры тоже есть свой флаг. И если российскому государственному флагу исполнилось 7 лет, то флагу нашей игры скоро исполнится всего 4. Вы хорошо знаете, что трехцветный российский флаг появился в эпоху Петра I. А флаг нашей игры появился чуть позже, при Екатерине II. Хотя потом наступило время, когда трехцветный флаг перестал быть официальным государственным флагом России. А в русское лото продолжали играть и тогда. Потом, в эпоху Николая II, трехцветный флаг вновь стал государственным флагом России. А в русское лото продолжали играть и при Николае II. И если флаг нашей игры заслуживает уважения, потому что эта игра по-настоящему народная, то флаг нашей страны заслуживает еще большего уважения, потому что это официальный государственный флаг России. Второй тираж народной телевизионной игры лотереи «Русское лото» мы начали в прямом телевизионном и радиоэфире под сенью российского флага. Порядковый номер сегодняшнего тиража – 202. Поэтому в тиражную комиссию вошли оперативные дежурные службы 02, старший лейтенант милиции Инга Воробьева. Помощник дежурного службы 02, сержант милиции Елена Боброва. Помощник дежурного службы 02, младший сержант милиции Наталья Литвишко. Наташа, ваша очередь. Очень хорошо. Здравствуйте, я очень рад вас видеть, потому что дай бог нам всем с вами связываться как угодно, но только не по телефону 02. Итак, внимательно осмотрите наш игровой снаряд. Здесь ровно 90 бочонков. Проверьте наличие всех номеров. Вот, например, номер 45, счастливый бочонок для нас. Номер 11, счастливый бочонок для нас. И так далее, от 1 до 90. Проверьте, пуст ли наш игровой мешок. Он пуст, как правило. Итак, после того, как вы сделаете эту нехитрую работу, переставьте бочонки в любом порядке, как вам захочется. А я тем временем предоставлю слово нашей компьютерной группе. Говорит Татьяна Ионина. В 202-м тираже принимает участие 1 248 482 купленных вами билета. Все непроданные билеты уничтожены по акту тиражной комиссии. Общий призовой фонд игры составил 3 121 205 рублей. Все в порядке, товарищ старший лейтенант? Все в порядке. Ну что же, я подставляю наш игровой мешок. Будьте внимательны. Хотите, давайте пожелаем удачи всем, кто купил билеты 202-го тиража телевизионной игры лотереи «Русское лото». Ну что же, откроем нашу задвижку. Итак, удачи, удачи и всего самого наилучшего. Ну а теперь за рабочий стол. Ждите нас там, за рабочим столом, а мы будем ждать от вас протоколов. И именно по этим протоколам 202-го тиража
В ближайший вторник выйдет тиражная таблица, которая будет опубликована в газетах «Комсомольская правда», «Московская правда», «Народная газета», в еженедельнике «Сударушка». В газете есть «Работа» и в газете «Работа и учеба». Сегодня, в воскресенье вечером, вы можете получить нашу тиражную таблицу в международной компьютерной сети интернет. На ваших экранах сейчас появится адрес русского лото в интернете. Теперь мы перемешаем бочонки в мешке, а продолжит этот очень важный для игры процесс наши почетные гости. Сегодня их двое, потому что у нас 202-й тираж. Это постоянные ведущие утренней передачи Первого канала ОРТ «Доброе утро», артисты театра и кино Екатерина и Александр Стриженовы. Саш, ну я вам могу поручить, вот, значит, да, перемешайте, да, очень хорошо. Ну что же, от души, Катя, доброе утро. Доброе утро вам. Как вам сегодняшнее утро, как вам сегодняшний день? Вы знаете, в Москве сегодня утро пасмурное, холодное, поэтому те, кто сейчас смотрит российский канал и сидят у телевизоров, они уже выиграли, потому что они сидят в тепле и, по-моему, в очень хорошей компании. Замечательно. А я тебе хотел бы сказать, что в такой же дождливый летний день лет 25 назад дедушка учил меня играть в лото. Правда? Да, и это было самое любимое дачное времяпровождение вот в такие дождливые дни. А с вами я играю сегодня первый раз. Замечательно. Так что мне такой праздник. Я тоже играю первый раз. Очень хочу выиграть, ужасно. Где купили билеты? Я купила у метро «Маяковская». Замечательно. Ну, вообще, вы знаете, для меня сегодня день знаменательный. У меня сегодня день рождения сына, который меня сейчас ждет после передач. Поэтому я вообще для меня 23 августа, это очень приятный, знаменательный день. Несмотря на то, что идет сегодня дождь. Давайте поздравим ведущего и похлопаем. Ну, раз вы сами купили билеты, значит, вы сегодня у нас дебютируете в передаче. Я этому очень рад. Я рад, потому что видеть рад коллег на нашей передаче. Я рад, что зрители вашего канала в какой-то степени, значит, станут нашими зрителями. Давайте ими обмениваться. Через несколько минут я вас приглашу за наш игровой стол. Мы там с вами продолжим игру. Давайте поприветствуем от души сегодня у нас в студии Екатерину и Александра Стриженовы. Несколько слов о нашем билете. Сегодня он желтого цвета с надписью 23 августа 1998 года, 11:15. На некоторых билетах ошибочно указано 11:20. По телеканалу России параллельно на волнах радиокомпании «Маяк». Ну, честно говоря, какое время на билете, это вообще теперь не важно, потому что с 6 сентября наша передача будет выходить в прямом эфире по каналу РТ по новой сетке вещания в 12 часов. В 12 часов ровно пополудню. Итак, сегодня в нашем 202-м тираже, как всегда, в первом туре выигрывает билет или билеты из числа купленных вами, в которых раньше других билетов будут зачеркнуты все 5 чисел любой горизонтальной строки. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере 15 606 рублей. Ну что же, я завершил дело, продолженное Александром Стриженовым, перемешал бочонки в мешке и начинаю игру в первом туре. Будьте внимательны, зачеркивайте в своих билетах. Номер 85. Номер 85. Номер 81. Номер 81. Номер 86. Номер 86. Хорошенько это мы с Сашей перемешали. Саша, еще раз придет. Что-то... Нет. Сейчас попробуем еще раз. Номер 47. Номер 47. Номер 32. Номер 32. Игра продолжается. Номер 17. Номер 17. Что там сделал с нами? Игра продолжается. Его Величество случай. Он удлинил игру в первом туре. Номер 2. Номер 2.
Игра продолжается. Игра продолжается, но я должен на секунду остановиться, потому что мне посчастливилось вытащить счастливый бочонок номер два. Сегодня 202-й тираж. Ну, естественно, как ведущий, я не могу забрать себе приз, который причитается игроку, который вытащил бы этот счастливый бочонок номер два из мешка. Но я его передаю игроку под номером два. Это Александр Стриженов. Саша Стриженов получает приз от дирекции русского лото. Порадуемся за Сашу. А игра в первом туре продолжается. Номер 30. Номер 30. Компьютер стоп считает. Игра. Стоп, игра. В первом туре выиграла 2 билета. Выигрыш по 7803 рубля. Билеты выиграли в городе Мурманске. Я от души поздравляю двух обладателей счастливых билетов, которые победили в первом туре. Оба билета оказались купленными в Мурманске. От души вас поздравляю. А сейчас игрок под номером 30. Я прошу вас сюда. Сейчас игрок под номером 30. Вот здесь причал для игроков, которые получают призы. Именно этим номером и завершилась игра в первом туре. Вы получаете приз. Мягкую игрушку от фирмы «Liberty». Поскольку игра в первом туре завершилась, то мы сейчас вместе с вами начнем игру во втором туре. Будьте внимательны. Игроки под номерами, которые сейчас появятся из мешка, занимают места за игровым столом. По одному бочонку из мешка. Прошу вас. Номер 13, чертова дюжина. Номер 13. Вот ваше место за игровым столом, номер 13. Номер 43, Сталинград. Номер 43. Прошу. Номер 48. Номер 48. Прошу. Номер 55. Номер 55. Перчатки. И последний пятый игрок. Это номер 58. Номер 58. А вам за проделанную работу причитаются еще призы от дирекции русского лото. Вот теперь вы возвращаетесь на свое место, продолжайте играть вместе с нами. Потому что, сделав эти 5 ходов, мы уже начали игру во втором туре. А закончится она тогда, когда появится... Только не делай вид, что ты не знаешь. Она закончится тогда, когда появится билет или билеты, в которых раньше других будут зачеркнуты все 15 чисел карточки. Верхний, как на моем демонстрационном билете, или, может быть, нижний. Такой билет или такие билеты разделят между собой денежный приз в размере... 31 212 рублей. Ну, а разыграть эту огромную денежную сумму нам предстоит вместе с вами, милые женщины. Ну что же, судя по глазам, вы готовы. Итак, мы продолжаем игру во втором туре. Прошу! Номер 15. Номер 15. Прошу вас. Номер 33. Номер 33. Ваш ход. Номер 72. Номер 72. Теперь ход ваш. С уголочка. Из уголочка. Где же там уголочки-то у нас? Номер 84. Номер 84. Вы знаете, давным-давно по просьбе телезрителей мы сделали дно мешка круглым, чтобы не было никаких уголочков, чтобы туда никакие бочонки не закатывались. Номер 12, дюжина. Номер 12. Прошу. Номер 46. Номер 46. Прошу вас. Сейчас себе вытащите. Номер 62. Номер 62. Если хотите, можете сами называть номера, которые вытаскиваете. Для пущей достоверности. Какой номер? 34. Совершенно верно, номер 34. Номер 34. Прошу. Ой, для Зеленоградска. Ленинградской области. Да? Ну что же. Номер 83. Номер 83. Сейчас на волнах радиокомпании «Маяк» небольшой информационный выпуск. И мы произведем буквально на одну минуту.
У нас тоже есть для вас информация. 6 сентября состоится праздничный 204-й тираж телевизионной игровой лотереи «Русское лото. Золотая осень». По номерам купленных вами билетов мы разыграем призы телевизионной игровой лотереи «Русское лото». Специальные призы. Автомобили ВАЗ-21053. «Золотая осень. Пора свадеб». Если молодожены, которые вступят в законный брак накануне, захотят принять участие в нашей передаче, пусть позвонят по телефону 137-65-21 или 137-65-14. С особым нетерпением будем ждать звонков тех, кто отпразднует свою серебряную золотую свадьбу. Всем вам найдется место у нас в студии 6 сентября. Мы ждем ваших звонков, дорогие наши телезрители. Вновь подключилась большая группа радиослушателей радиокомпании «Маяк». И для всех телезрителей и радиослушателей я напоминаю, что с 6 сентября, с праздничного 204-го тиража, наша передача начинает выходить в прямом эфире по каналу РТ в 12 часов ровно пополудню. А также для тех, кто продает и покупает, я объявляю, что 7 сентября при поддержке концерна «Милан» открывается постоянно действующая международная выставка лучших мировых и российских производителей. Тех, кто хочет принять участие в выставке, звоните по телефону 332-4010. Адрес выставки — Нахимовский проспект, дом 49. Ну вот практически вся информация. Мы продолжаем игру во втором туре. Разыгрывается более 31 тысячи рублей. Ход-то был ваш, я помню. Номер 5. Номер 5. Когда женщины за столом, надо помнить точно, понимаете, да? Чтобы не попасть в ситуацию Бориса. Вот Борисов в ситуации Бориса. Номер 66. Номер 66. Прошу. Номер 82. Номер 82. Себе, пожалуйста. Какой номер? 3. Номер 3. Номер 3. Пожалуйста, можете сами назвать номер, только правильно. Какой? 56. Совершенно верно, номер 56. Номер 56. А вы думали, я про вас забыл, да? Нет. Спасибо. 67. Номер 67, совершенно справедливо. Номер 67. Прошу. 22. Номер 22. Номер 22. Ваш ход. Номер 79. Номер 79. Прошу. 21. Номер 21. Номер 21. Прошу. 11. А что вы так сказали? 11. Надо сказать. 11! Я не ожидала. Не ожидали, да? Номер 11. Калининградской области. А выиграли вы? А вы... Ну и что же. Вот так неожиданно приходит к игроку удача. Как правило, она действительно приходит тогда, когда ее не ждешь. Это счастливый для нас бочонок, вы знаете, это барабанные палочки. Так раньше называлась наша игра. Да, а эти барабанные палочки, 202 тиража в руках у нашего постоянного ударника Александра Белоусова. А тот, кто вытаскивает этот счастливый бочонок, естественно, получает приз. Вы получаете приз от дирекции «Русского лото». А мы все радуемся. Спасибо. Ну что же, удачи вам. Спасибо. Номер 29. Номер 29. Прошу. Номер 36. Номер 36. Ваш внимание. Ход. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 14 совпадений из 15 в одной карточке. Раз появился такой билет, в котором 14 номеров из 15 в одной карточке зачеркнуты, каждый ход может стать последним. Если вы вытаскиваете счастливый бочонок, номером которого заканчивается игра во втором туре, вы получаете приз от дирекции «Русского лото». И это видеомагнитофон. Прошу. Удачи. Номер 35. Номер 35.
Лидируют два билета. Два билета. Не расстраивайтесь, я иду по кругу, может быть, вернусь. Вы предчувствуете свою удачу? Нет. Нет? Ах, как часто у нас не верят в свою удачу. Номер 59. Номер 59. Лидируют шесть билетов. Шесть билетов. Пока о приходе удачи вообще говорить рано. Да. А вы как? Нет. 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 Еще не чувствуете, да? Нет. Еще не. А вы же ведь так про утюжок, ты тоже не чувствовали. Номер 27. Да я не видела его. Номер 27. Лидирует 14 билетов. Иду по кругу, да. Сейчас вы можете выиграть. Вот так выглядит человек, который пока еще не выиграл. Видеомагнитофон номер 9. Номер 9. Лидирует 31 билет. Совершенно верно. Так выглядит человек, который еще может выиграть видеомагнитофон. А так человек видит, вот так предчувствует свою удачу. Нет? Не чувствует? Нет. Нет. Номер 71. Номер 71. Лидирует 63 билета. 63 билета. Еще иду по кругу. Попадете в эти 63 билета? Чувствуете? Нет? Ой. Ой, ничего не сказала рыбка. Номер 10. Чирик. Номер 10. Стоп, игра! А вот так выглядит человек, который выиграл приз дирекции Русского Лото. Во втором туре выиграл один билет. Выигрыш 31 212 рублей. Билет продан в городе Саратове. Ну вот! Большой привет всем саратовцам, играющим в русское лото, и поздравления тому, кто выиграл в Саратове. А все игравшие за столом, кроме вас, кроме специального приза, видеомагнитофона, все игравшие за столом получают призы от нашего самарского представительства Лото-С и ваши бурные аплодисменты всем, кто играл и выиграл за столом. Номер 10. Номер 10. Это номер, которым как-то вас немножко пошатывает. Номер 10. Этим номером закончилась игра во втором туре. Вам предстоит сейчас получить приз. Мужайтесь, это мягкая игрушка от фирмы Liberty. Не уходите, не уходите, не уходите. Именно с вами мы продолжим игру в третьем туре. Сейчас начинается игра в третьем туре. По одному бочонку из мешка игроки под этими номерами занимают места за игровым столом. Прошу вас, по одному, по одному. Вы так стыдливы, ничего страшного. Номер 75. Номер 75. Вот ваше место за игровым столом, номер 75. Что-что? А ваше уже вот оно выигрышное. Номер 78. Номер 78. Ваше место замечательное. Вы выиграли и продолжаете выигрывать. Что может быть лучше? Номер 24. Номер 24. Номер 24. Прошу. Номер 6. Точка внизу. Номер 6. И последний, пятый игрок за столом. Все зависит от вас. Номер 73. Номер 73. А вам предстоит получать призы. Это призы от дирекции Русского Лото. Вот теперь вы, слегка пошатываясь от посетившей вас удачи, отправляйтесь на свое место и продолжайте играть вместе с нами. Потому что все билеты нашей телевизионной игры лотереи Русского Лото играют от начала и до конца. А в третьем туре игра становится тогда, когда компьютер обнаружит билет или билеты, которых будут раньше других купленных вами билетов, зачеркнуты все 30 чисел билета. Такой билет или такие билеты претендуют на денежный приз в размере... 46 818 рублей. Ну, а разыграть этот денежный приз предстоит нам с вами. Чувствую, вы готовы. Мы продолжаем игру в третьем туре. Прошу. Номер 63. Номер 63. Ваш ход. Прошу. Номер... А что вы так... 45. 45! Номер 45!
номер 45. Тот, кто вытаскивает этот счастливый бочонок из мешка, получает приз, потому что адрес дирекции Русского АТО, Ленинский проспект, дом 45. Запомните этот адрес, пишите нам письма, а вы получаете приз, вы вытащили счастливый бочонок. Вход ваш. Прошу. Номер 89, дедушкин сосед. Номер 89. Прошу. Номер 14. Номер 14. У нас еще в запасе 14 минут. Точно, по секундомеру левый, смотри. Левый тяни. Номер 52. Номер 52. Ваш код. Называйте сами. 23. Номер 23, совершенно верно. Номер 23. 25. Номер 25. Опять 25? Номер 25. Прошу. Номер 4. Номер 4. Вход ваш. Номер 90. Дедушка. Номер 90. Номер 57. Номер 57. Прошу. 87. Номер 87. Номер 87. Внимание. Внимание. Среди играющих билетов один билет имеет 29 совпадений из 30. Появился билет, в котором 29 номеров из 30 уже зачеркнуто. Каждый ход может стать последним. Если вы вытаскиваете бочонок, номером которого заканчивается игра в третьем туре, вы получаете специальный приз дирекции Русского лото, это печь СВЧ. Но перед ходом, вы так дьявольски улыбнулись, знаете когда, да? Но перед ходом вы мне должны сказать, да или нет. Да, если вы уверены, что вот эта команда стоп-игра раздаст это сейчас, и вы выиграете. Нет, нет. То есть даже речи быть не может, да? Еще рано. Рано. 77. Номер 77. Номер 77. По-прежнему лидирует один билет. Абсолютно верно. Тот, кто ошибается, покидает стол с утешительными призами. Да или нет? Нет. Нет. Может быть, это и верно. Как думает наш коллектив? Номер 18. Номер 18. Лидирует два билета. Абсолютно верно. Вы продолжаете играть вместе с нами. Да или нет? Нет. Нет. Что думает по этому поводу студия? Нет, говорят, вас поддерживает народ. Номер 39. Номер 39. Лидирует 4 билета. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Да или нет? Нет. Нет? Нет. Как думаете, игроки? Нет. Есть? Есть мнение? Да. Нет. Играем, хорошо. Номер 76. Сказали нет? Номер 76. Лидирует 8 билетов. 8. Абсолютно верно. Что скажете? Нет. Нет. Что подумаем мы с вами, дорогие наши? Говорят, да. Это никак не повлияло на вас, да? Нет. То есть вы сказали нет. Хорошо. Это ваше право. Ваша интуиция что-то вам подсказывает. 60. Номер 60. Номер 60. Стоп, игра! Ах, как! В третьем туре выиграл один билет, выигрыш 46 818 рублей, билет продан в городе Благовещенске. О, город Благовещенск. Представьте себе карту России. В городе Благовещенске продал билет, который выиграл в третьем туре. А вас утешит приз дирекции Русского лото. Это фритюрница. И тем не менее призы всем игравшим за столом. Конфеты от нашего самарского представительства «Лото» и сувенир от дирекции «Русского лото» и мои, и ваши поздравления. А я здесь нетерпением жду игрока под номером 60. Что случилось? Что случилось? А? Идите сюда, сейчас призы будем получать. Что случилось? Ничего. Ничего не случилось? Нет, вам просто... Случилось да. Много. Да? Вы знаете, я с пятого тура играю. С пятого тиража, очевидно. Тиража. 2 миллиона проиграла и ни одного раза не выиграла. Ну что я могу сказать? Я не понимаю, почему вы такой невезучий человек, даже, но сейчас мы и это... Даже вот эти. Вот эти даже? Зачеркнут. Ну вы всегда. Представьте. Я думаю, что каким-то образом сейчас должно поднять ваше настроение.
то, что вы сейчас получите призы от дирекции Русского лото и мягкую игрушку от фирмы Liberty. Вы возвращаетесь на свое место, продолжайте. Подносик отдайте. Возвращайтесь на свое место, продолжайте играть, если хотите. Но если вы такой невезучий игрок, вот попробуйте все-таки еще. Так, очень хорошо. Ну что ж, всегда приятно, когда человек призы получает. А здесь, за нашим столом, мы ждем наших почетных гостей, которые продолжат игру с нами в четвертом и последующих турах. Екатерина Александра Стриженова и Александр Буйнов. Саша, мы продолжаем игру в четвертом и последующих турах. По одному бочонку из мешка. К сожалению. Номер 31. Стоп, игра. Выиграл один билет. Выигрыш 46 818 рублей. Вот вы понимаете, выиграл один билет. Большую денежную сумму. Номер 74. Стоп, игра. Выиграла три билета. Выигрыш по 20 808 рублей. И не исключено, что этот человек вообще первый раз в жизни, вот как вы, купил билет. А бывает, что играешь. Номер 28. Стоп, игра. Выиграла два билета. Выигрыш по 39 015 рублей. А бывает, играешь, и ничего не выигрываешь. А бывает, первый раз купил билет и выиграл. Номер 41. Стоп, игра. Выиграла 8 билетов. Выигрыш по 9 753 рубля. Номер 65. Стоп, игра. Выиграла 13 билетов. Выигрыш по 6 002 рубля. Номер 51. Стоп, игра. Выиграла 6 билетов. Выигрыш по 15 607 рублей. Номер 38. Стоп, игра. Выиграла 17 билетов. Выигрыш по 5508 рублей. Номер 20. Стоп, игра. Выиграла 18 билетов. Выигрыш по 5202 рубля. 53. Номер 53, совершенно верно. Номер 53. Стоп, игра. Выиграла 46 билетов. Выигрыш по 1357 рублей. Номер 50. Стоп, игра. Выиграла 48 билетов. Выигрыш по 1950 рублей. Номер 40. Ровно. Номер 40. Стоп, игра. Выиграла 144 билета. Выигрыш по 650 рублей. Номер 49. Стоп, игра. Выиграла 230 билетов. Выигрыш по 407 рублей. Номер 69. Туда-сюда. Номер 69. Стоп, игра. Выиграла 473 билета. Выигрыш по 264 рубля. Номер 88. Матрешки. Номер 88. Стоп, игра. Выиграла 577 билетов. Выигрыш по 216 рублей. 68. Номер 68. Номер 68. Стоп, игра. Выиграла 1094 билета. Выигрыш по 142 рубля. Номер 1. Стоп, игра. Выиграла 2104 билета. Выигрыш по 104 рубля. Номер 61. Стоп, игра. Выиграла 2942 билета. Выигрыш по 106 рублей. Номер 54. Стоп, игра. Выиграла 4038 билетов. Выигрыш по 108 рублей. Разыгрывается последний тур. И вот последний ход 202-го тиража. Это номер 70. Есть выигравшие в студии. Выиграла 6155 билетов. Выигрыш по 96 рублей. На 80-м ходу игры основной розыгрыш закончен. В мешке осталось 10 бочонков. Сейчас мы проверим. Покажите нам игрока, который выиграл в студии. Скажите, вы давно играете в русское лото? С третьего тиража. Часто выигрывали, нет? 7 раз выигрывали. Вот, пожалуйста, с третьего тиража человек. Ну, тут удача, тут ничего не поделать. Сашка, я от души рад. Вообще, мне было приятно слышать, что вас учил играть в эту замечательную старую русскую игру ваш отец замечательный. Дедушка. Дедушка, да? Дедушка учил. Ну, тем более. Дедушка, да. Василий Иванович. Ну, да. Замечательно. Я от души вас благодарю и поздравляю.
Саша, вам еще предстоит работать. Поэтому, уважаемые члены тиражной комиссии, давайте вместе с вами, уважаемый старший лейтенант, посмотрим, что там у нас осталось в мешке. Проверьте, пуст ли наш игровой мешок. Компьютерная группа, вы нам объявили, что должно остаться 10 бочонков. Ровно 10. Сейчас я назову эти номера в эфире, и эти номера зачеркивать не надо. Это номер 7, номер 8, давайте по порядку попробуем, номер 16, номер 19, номер 26, номер 37, номер 42, номер 44, номер 64 и номер 80. Еще раз повторяю, номер 7, 8, 16, 19, 26, 37, 42, 44, 64 и 80. Не забудьте проверить свой билет на наличие выигрыша в туре на удачу. В левом нижнем углу три бочонка с номерами. Если все эти три номера оказались в числе 10, которые остались в мешке после окончания игры, вы выиграли в туре на удачу. Сколько игроков выиграло в туре на удачу? В туре на удачу выиграла 1360 билетов, выигрыш по 71 рублю. Ну что же, от души поздравляю всех, кто выиграл в 202-м тираже. И поздравляю вас, и благодарю вас за участие в нашей передаче, вручая вам призы от дирекции Русского Лото. Давайте связываться с нами по телефону 137-65-21, 137-65-14 и ни в коем случае по номеру 02. Итак, призы нашей тиражной комиссии. Вы отправляетесь за стол тиражной комиссии, а я должен сообщить нашим игрокам, что 202-й тираж подошел к концу. Мы с вами встретимся через неделю в 203-м тираже. Не забудьте про тираж праздничный 204-й. Там будет розыгрыш автомобилей ВАЗ-21053. Молодожены, те, кто отремонтит серебряную и золотую свадьбу, звоните нам по телефону 137-65-21 и 137-65-14. А сегодняшнюю передачу завершает темпераментный, обаятельный певец Александр Буйнов! Печальный ответ, когда одному она не нужна, когда одному она не нужна. Этот ответ звучит коротко «нет», и сразу тучи небо закрываю, и дождь холодный сыплется из них. Хорошо только тем, я знаю, хорошо только тем, я знаю, у кого любовь бывает на двоих. Хорошо только тем, я знаю, хорошо только тем, я знаю, у кого любовь бывает на двоих. Но есть на любовь ответ другой, услышать его хочет каждый всегда, услышать его хочет каждый всегда. И этот ответ звучит коротко «да», и сразу птицы с юга прилетают, и солнце не жалеет сил своих. Хорошо только тем, я знаю, хорошо только тем, я знаю, у кого любовь бывает на двоих. Хорошо только тем, я знаю, хорошо только тем, я знаю, у кого любовь бывает на двоих. We'll be right back.
сына с юга прилетают. И солнце не жалеет сил своих. Хорошо только тем, я знаю, хорошо только тем, я знаю, о, кому любовь бывает на двоих. Хорошо только тем, я знаю, хорошо только тем, я знаю.